критерий человеческого интеллекта, скажем, разума, ума, чего угодно, это создание нового, того, чего не было в природе. Других критериев нет. Нового в смысле экс-нихили или нового как комбинации из старого? Комбинация – это комбинаторика. Комбинация не пойдет. То есть из старого нельзя создавать. Но, то есть, человек придумал нечто новое. Там решил формулу, если вы работаете в математике. Решил некую проблему физически. То есть нашел, увидел, открыл, догадался, сообразил и это изложил. То есть синтетическая деятельность. Только синтетическая деятельность может ответить на один единственный вопрос. Умный перед нами человек, то есть он не просто использует опыт человечества за счет памяти, например, оперирует им быстро и, пожалуйста, он комбинирует. Там из трех бумажек делает четвертую. Ну, замечательное качество, многие этим занимаются всю жизнь успешно. А действительно создает нечто принципиально новое. Почему остаются в памяти люди, которые создали нечто принципиально новое? Да потому что до них этого не было. Гениальность там того же самого Леонардо да Винчи не только из-за того, что он там одаренный художник, потому что он массу красок там изобрел, он вообще много чего придумал впервые. И поэтому он остается в истории. Не совсем.